Всем привет, добро пожаловать в храм во храма. На этот раз вашему вниманию подоспел обзор. Я очень сильно переборовал себя, как бы мне ими заняться. Но успешная экранизация Омена в игру Люциус меня побудила сделать на нее обзор. Здесь мы разберем игровые механики, а также сюжет. Мои наблюдения по этой игре. Теперь же пристегивайтесь покрепче, чтобы не вылететь с моего видео. Обязательно досмотри видео до конца. Также, если вы хотите поддержать автора, ссылка на донат будет ниже в описании. А теперь приступим. Со вступлением закончили, переходим к сюжету. Лорд по имени Фабиус построил свою жизнь, убирая посредников оккультным трактатом, поклоняясь сатане. Его дети же, когда он стал дедом, ничего не делали, не работали и страдали ерундой. Жили за счет его состояния. Чтобы встряхнуть мозги своей родне, у него должен был появиться внук. Во время рождения Люциуса Фабиус наколдовал трактате при помощи ритуала, чтобы сам сатана назначал мессию зла, чтобы очистить мир от всякого сброда и бездельников, которые жили в его доме. И, конечно же, продвинуться по служебной лестнице и захватить весь мир. А когда Люциусу наступило 6 лет, из преисподней сатана подал знак. Пора стать сильным, принести мне грешные души, стать сильнее, указывая на горничную Марии. Непосредственно в морозилке произошел несчастный случай, когда у горничной остановилось сердце. О плане автора этих событий повествует детектив МакГаффин, который взялся за расследование несчастного случая. После этого то, что он видел, события в доме его не отпускали. Никто не мог подумать, что это все делает один лишь маленький мальчик по имени Люциус. В этом весь и складывается сюжет. Каждому жившему в этом особняке вы приписываете премию Дарвина. Каждой жертве нужно искать предмет, который не опасен в быту, с исключением тех, которые испускают электричество. А каждый несчастный случай убивец становится сильнее, приобретая ряд способностей. Это телекинез, которым можно воспользоваться, доставая на высоте какие-либо предметы или же используя эту способность для сбора душ. Второе – забывчивость, которая нужна в маленьких стелс-заданиях, где тебя никто не смог увидеть, а если кто-нибудь и нашел, то забыл, что тебя видел. Третья способность – это контроль разума, которым вы можете подчинять мысли жертвы, которые делали, не думая, шаги к опасности. Четвертая способность появится, когда вы пройдете больше половины игры. Появляются фаерболы, которыми можно воспользоваться в редких случаях. Не стоит заблуждаться о его силе, есть тупиковые моменты, как кресты, которые забирают его силу. Очень часто приходится их поворачивать, чтобы они не забирали полоску его силы. Перед каждым несчастным случаем сопровождается видеосюжетом о том, что происходит в его доме, и о том, как дальше действовать в следующей ситуации, для того, чтобы поставить печать Дарвина. С яркостью на некоторых локациях есть проблемы. У меня экран с разрешением 1920x1080 выдавал темную картинку. Взглянув в меню настроек, ни яркости, ни контрастности не было. Поэтому с яркостью я играл той, которую предоставили разработчики. Путем такой темноты, где показывался несчастный случай или где слишком темно на локациях, где черт ногу сломит, разработчики хотели сквозь стекло передать игрокам мрачность атмосферы. Все-таки играем в ужасы. И хоть даже вы скажете, что у него есть фонарик, которым можно было воспользоваться, при прохождении стелсовых заданий, посветив таким фонариком, при движении размытое света слепило мне глаза. Фонарик больше я не использовал. К темным локациям мы еще перейдем. Самое неудобное здесь – это блуждать по коридорам. Даже бухгалтерше, чтобы оставить подарок в булочках, надо постараться. Ведь я пока блуждал по комнатам, как параноик в поисках заветного предмета, который отравит булочки. Случайно попал через прачечную в гараж, а там вниз через погреб нашел оккультное место. И пузырек с седативным ядом. Обрадовавшись вновь по коридорам, искал кухню, чтобы положить булочки. Но он отказался срабатывать. Я и перемешивал предметы. Может, как-то пузырек откроется? Оказалось и вовсе, что нет. Как говорится, не дождетесь. Дальше по коридорам искал, что же здесь не так. Может, игра забаговалась. Спустя пару часов я зашел в комнату для отдыха и за барной стойкой обратил внимание на дворецкого. А рядом с ним нашел бутылочку с крысиным ядом. И бинго!
Нас перебрасывают дальше на ночную операцию, чтобы забрать эту бутылочку, пока все спят. И ночью, как всегда, темно. Выйдя из комнаты по коридору, оказалось, не спала так называемая мамаша Люциуса. И тут я снова по коридорам, да еще темным, стал искать, как пройти мне до барной и забрать уже этот гребаный яд. Самое что интересное, все двери заперты. И куда идти, хрен знает. И тут-то в темноте я не увидел дверь, выходившую на ту самую улицу. А на улице еще одно препятствие, которое ожидало. Это детектив МакГаффин, который вышел покурить сигарету. Здесь только путь был один – разбить фонарь при помощи телекинеза, пока он отвернулся от двери вслед за ним дальше через барную. Казалось, писячий квест закончен, но я поспешил радоваться. С фотоаппаратом оказалась та еще морока, чтобы выманить горничную на балкон. В комнате деда я нашел фотик, примерить роль агента по брачным связям. Взяв фокус, сладкую парочку, он не сработал, из-за того, что не было в наличии фотобумаги. Много времени я топтался по особняку, но на миллион долларов был уверен, что бумага находится у деда. Нашел я ее рядом с картой, где таится весь корень зла и роскоши, в которую дед хотел похоронить всю свою семью. Сделав фотку, отправился к неповинной цели. Впарить фотогорничной из рук руки не удалось, так как, прочитав в дневнике, у мессии зла были другие планы. Фотку с изменой на стол положить, в других убийствах подставить, также в небо полетать отпустить. Самая головная боль, если приглядеться в этом моменте, то вспомните, насколько убого происходит здесь взаимодействие предметов. В дневнике Люциуса сказано, что нужно поискать предметы в сарае для устранения его мачехи. Первое, что попадается на глаза сарая, это гвоздезабивочный пистолет. Но оно и так понятно, без воздуха он не заработает. Заглянув снова в инвентарь, не хватало гвоздей. Я думаю, не только у меня глаз не хватило найти те самые гвозди. И многие другие, кто проходил, ломали голову и бегали по особняку, что-то полезное для пистолета найти. Я забежать еще папаше успел, на то он сказал, что-то все умирают, ищу бутылку хорошего вина, чтобы не так горько было на душе. Конечно, понятное дело, он искал тайную комнату, вернувшись обратно, прочесал еще раз сарай. Насколько я был рад, что нашел эти гвозди, как будто бы на работе получил повышение. Радостно зарядил пистолет, но думаю, наконец-то беготня в поисках предметов меня отпустит надолго. И тут и финал недалеко, не тут-то было. Долго топтался на заднем фоне у мачехи, слушая одну и ту же писячую песню. Достав пистолет, наведя курсор на мачеху, я понял, что будет взаимодействие с предметом. Серьезно, подумал я. Ну ладно, пацан, твоя жизнь. Подойдя в упор к мачехе, щелкая курсором, появился указатель, куда положить пистолет. И здесь я задаю вопрос разработчикам, а без этого никак нельзя было. Можно же было заранее показать местонахождение, куда нужно было положить пистолет. Первый раз я хотел игру удалить и забыться, что она существует на этом моменте. Положив пистолет, приходит батька рассказать мачехе, что пацан и вовсе не их сын. Наверное, и деда там же нашел, который прикорнул с кинжалом в спине. Перехватываем сознание батьки и заставляем его взять пистолет, после чего гвоздем он ставит при свидетелях сквозную точку на развод. Не знаю, что он там у себя в мозгах увидел, либо мачеха плохо посуду вымыла, или у нее был какой-либо тайный любовник. Без лишних вопросов на так называемого отца не додевают браслеты, и батёк скрывается с места происшествия просить помощи у церкви. Переходим к финалу. Мальчик насытился душами грешников, поджег свое поместье, которое оказалось его домом. Но этот дом был проклят, поскольку зарос корнями зла при помощи его деда. И теперь складывается вопрос, было ли это эпично, когда он его поджег? Нет. Почему, спросите вы? Да только потому, что все персонажи, которых он убил, и вовсе не были настоящими. Это были модельки с искусственным интеллектом. А сценарий про них и вовсе забыли. Не было никакого всячески чувства злобы избавляться от них. И то, что была в них спрятана какая-либо двуличность, сценаристы этого не показали. Описали только лишь хорошо его деда, который наслал то самое проклятие на внука. Если бы перед каждым заданием мы знали подробно, чем грешил персонаж, играть было интереснее, и тем самым раскрывался бы подробнее сюжет. Про семейку и персонал работников, которые напрашивались на свою смерть. Например, возьмем того самого мясника. Чем грешил? Что, просто работал?
Я бы, например, сделал бы так сценарии. На каждый уровень накинул видео с фрагментом, чем помышлял бы мясник. Допустим, он втайне от семьи перепродавал мясо другим людям и тайком считал свои деньги. Что-то в таком духе. Агнеса бухгалтерша, которую отравили. Тут вообще ничего про нее нет. Да я вообще так же и про другие цели могу сказать, про них нет ничего, чем бы они грешили, если бы сделали так, как я вижу построение сценария. Игра получилась бы амбициозной. Люциуса бы сделали праведником зла, и это был бы самый что ни есть антигерой, а не пацан, который убивает без разбору всех, кого ни попадя. Возможно, я и оговариваюсь, но если приглядеться к убийцам, все же давайте обратим внимание на мальчика, в котором сидит чистое зло, и его взаимоотношениях с дедом. Если так подумать, то дед и является главной целью мальчика, а те жертвы — это способ раскрыться деду, потому что дед и так знал, кто за всеми преступлениями стоит. Ведь его дед находился всегда ближе к людям и никогда не выходил из своего кабинета. И чтобы подстраховаться, чтобы он случайно с ним ничего не сделал, решил открыться и рассказать ему то, что сидит в нем, он изготовил сам. Мальчик заранее все это знал и к этому готовился, и убил его своими руками. Но в игре это прозрачно видно. Сценаристы прикрепили все куски без каких-либо переходов к сути. И сюжет становится лишь догадкой, которая эпичности в концовку не преподносит. Из сравнения Дэмиана и Люциуса нашел похожие кадры, только у Дэмиана жертва умирает от взгляда ворона, а у Люциуса методом убийства при помощи яда, только ворон находится за окном. И также после убийства они улетают, что передает посыл схожести игры с фильмом «Омен» у Люциуса и Дэмиана. «Омен» по игре можно сказать, что это лучшая экранизация. Не та, которая вышла в 2006 году, ремейк, который и так связан по сюжету один в один, как со старым фильмом. А вот на Люциуса в стиле такого кино я посмотрел, даже если бы он по сценарию не дотягивал «Омена» 1976 года. Ну что же, по обзору я все рассказал, подведем итоги. По сюжету Люциус даже не дотягивает до фильма, Люциус прокололся. А так поиграть и головоломки порешать, не вникая в сюжет, и понаблюдать за несчастными случаями, как в пункте назначения, то игра годная. А теперь храм закрывается, с вами был Вахрам, провожаю вас прощальным звоном колокола, до новых встреч.